Сегодня нижегородские антимонопольщики представили итоги традиционного мониторинга цен на лекарства, социальные продукты питания и нефтепродукты. Как таковых горячих рынков не обнаружено, все цены в пределе нормы. Есть лишь единичные случаи, к примеру, овощи и фрукты. Картофель, лук репчатый, а также мандарины и другие цитрусовые дорожают из-за эффекта сезонности. Цены на бензин по-прежнему заморожены. Стоимость топлива может расти только в пределах инфляции. Кроме того, представители ФАС представили мониторинг рынка телевизионных приставок, которые стали востребованы при переходе на цифровое теле- и радиовещание. Получается, что в текущем периоде, по итогу вот июня, нефтяные компании придерживаются соглашения и повышают цены не более той инфляции, которая установлена в текущем моменте. Соответственно, вот если вот не брать первоначальное повышение в 1,7%, получается, что в среднем компании повысили цены где-то еще плюс на 1,2%. То есть, что укладывается в рамки существующей инфляции. Инфляция по итогам мая 2019 года в Нижегородской области составила 2,7%. Соответственно, нефтяные компании в рамках установленного соглашения придерживаются его и соблюдают его требования. По итогам мониторинга средняя минимальная цена зафиксирована как 949 рублей за одну единицу приставки. Также средняя максимальная цена зафиксирована как 1518 рублей также за одну единицу. После отключения аналогового вещания в объектах реализации пользовательского оборудования все наблюдался повышенный спрос как раз вот в эту неделю после 3 июня, но при этом каких-то проблем с остатками оборудования и дефицит товара он не зафиксирован как со слов продавцов, так и со слов покупателей, которые присутствовали на данный момент в данных торговых точках. И вот, например, по данным мониторинга, остаток цифровых приставок по состоянию на 5 июня 2019 года в торговых сетях составил почти 27 тысяч единиц, и в отделениях Почты России 6300 единиц. Поэтому каких-то проблем с переходом у жителей не возникало, кроме как просто подключение, каким образом происходит подключение цифрового телевидения. Но, в принципе, продавцы тоже пытались объяснить, не уходили от ответов, поэтому проблем не зафиксировано.